лейтенант. Ребят, я всех вас приветствую, вы на канале Else Game Street, с вами Рауль, и мы продолжаем проходить Call of Duty Infinity Warfare. Да-да, ребята, я знаю, и извинюсь перед, так скажу, моими друзьями, ребята, извините меня из-за того, что был летний сезон, из-за жары, из-за того, что я отсутствовал в студии, так скажу, новых серий не выходило, так что после этого будет все окей. Ну что ж, меньше слов, больше дела, как я люблю постоянно говорить. Нахрен новости. Черик что-то делает себе. Здесь тоже что-то чинит, скорее всего. Это после атаки, наверное, было. Ну что ты, барышня, ждешь меня, да? Капитан на месте. Могла и не говорить. Мне нравится. Все знают капитана, капитан здесь главный. То есть мы. Че, ребята, подключаемся? Итак, вижу основную цель, район Сатурна. Так, красными, так, прокрутка вверх-вниз, масштаб Enter. Понятно, слушай, как это... А, вот так, с помощью мышки. Пардон, некоторые вещи я чуть-чуть подзабыл, но это чуть-чуть. Так, все понятно. Вот это наше, типа, дополнительное задание, как я понимаю. Но наше сейчас, именно что? Основное задание — это орбита Сатурна, да? Ну, район Сатурна. Погнали туда. Титан. Операция «Горящая вода». Погнали. Чтобы выиграть время на восстановление флота, нужно снизить боеготовность СДФ. Наша цель? Спутник Сатурна Титан. Там базируется заправочная станция СДФ. Вы посадите катер за охраняемым периметром и найдете место для высадки подкрепления. Как только подкрепление сядет, вы уничтожите их топливную башню. Наша цель — башня. Именно. СДФ придется уйти в оборону и подальше от земли. Капитан, признаюсь честно, я немного завидую вам. Я пошел бы с вами, если б мог. Конец связи. Угу. Ключ на старт. Начинаем прыжок. Даю сигнал. Прыжок через 3, 2, 1. Ну это явно спиздили с «Звездных войн». Как но там смещение, точность 0,86. Прыжок более такой четкий. Можешь вернуться на курс, Крок? Попытаюсь. Нагрузка на корпус. Мы покойники? 9 к 1, что нет. 1 к 9, что да. Стоп на входе. 3, 2, 1. Ну, наверное, расстояние большое было, что так. Ранение составляет точка 0,5. Удачный прыжок. Более долго мы добирались. Есть, мэм. Да, это Титан. Штаб сержант Амар в арсенале, капитан. Сейчас я вас провожу. Ладно. Ворон 2 готов. Штаб сержант иду. Уже 30 лет, как с Титана вывели войска. Испытание огнем. Пожар топливной башни будут еще долго вспоминать. На борту или дома? И там, сэр. Связь, вероятно, будет неважная. Надеемся, что разберем. Потерпим как-нибудь. Задайте им. Не, я бы сказал, ну разбирайтесь, блин. Мне нужны отчеты. Не прохлаждайтесь, блядь. Всю грязную работу валите на капитана. Так. Сейчас 500 метров. Один. Так, все еще будет сверхзвук. Только на полном ходу. Капитан, мы тут вооружаем пехоту для Титана. Через 5 на полетной палубе. Не буду мешать. Нужно подготовить для вас карабины. Спасибо. Бывали на Титане? Да. Бой? Нет. Типа... Мой отец гидропоник. 30 лет с трубами возился. Ушел на пенсию перед приходом СДФ. Тогда всыплем им. С радостью. Давно было пора им всыпать. Как будем действовать? Совместная операция. Вы да я. Пойдете? Конечно. Разведка боем. По-тихому. Вторгаемся в запретную зону. Да, самое лучшее в этом, что СДФ тогда разрешения не просил. Вот и мы сейчас не будем. Мои шакалы уже наготове. Действуйте так, как на Луне.
И это место наше. Горд служить, сержант. Гордость служения – стопроцентная брехня, Рейс. На первом месте должно быть задание. Это ясно. Но уверен, сержант отлично знает, что слово «гордость» прописано в присяге. Меня всегда что-то возбесило, сукины дети. Это белая униформа, эти подлодки. Подлодки? Да. Только на флоте делают тонущие корабли. Снаряжаемся и идем. Капитан! Возьмем это на собой. Он нужен команде. Он будет рад это слышать. Он десантников очень уважает. Ха, еще бы он их не уважал. Итан, ты в деле. Иди на Ворон-2. Командир приготовил для вас лучшее снаряжение. Ну, что у нас там? Титан, да? Чип поможет ЕБР-800. Врагов, если они попытаются подкрасться. Для новичков открыли стрельбище. Можете опробовать там любое оружие. Угу. Тут новое у нас. Новое. Давайте-ка это возьмем. Хакерский инструмент, тактическое. Возьмем ищейка. Они мне больше нравятся. И осколочные обычные гранаты. В принципе, мы готовы. А вот и снаряг. Мужик знает, чего хочет. Ну, конечно. Ну, а ты что думал? Идем за работу, парни. Не надо, босс, больше не повторится. Вас-то я и искала. Как у нас дела? Ворон-2 уже готов. Осторожно, полеты в атмосфере Титана — это вам не шутки. Кто будет за штурвалом? Бокс. Сядет он без проблем, но потрясет вас знатно. Вас укачивает штаб-сержант? Никогда. Все бывает в первый раз. Транспорт вон там. Ладно, меньше болтайте. Больше работайте. Держись, Касима. Будет трясти. Нет проблем, сержант. Если вырвет, не страшно. Сэр, тут есть для вас место у прохода. На той стороне слева. Первое. Ну ладно же. Ты что, заблудился? Эй, остановитесь, остановитесь. Вот со мной. Не обращайте внимания. Присядь, боец. Есть, штаб-сержант. Код один, капитан. Старт по сигналу, бокс. Есть, сэр. Начинаем прыжок. Пять, четыре, три, два, один. Есть. Держитесь, начинается. Идет с нами! Я лично ручаюсь за этого железного мерзавца! Он один из нас! Итан, какая позиция у ВМС насчет перестрелок? Высылайте десант! Это вам, капитан! Касима, ты как? Так, мутит чуток. Десять секунд до высадки. Надеть маски! Угу. Чисто. Брукс, дверь. Давайте уже начинается боевая операция. Блин. Один большой фильм. Вот и правда Call of Duty превратился в фильм. Меньше геймплея, больше катсцен. Охренеть. Классный пейзаж такой, да? Титан. Как я
обожаю эти пейзажи. Такие научно-фантастические именно. Ох, блин, можно смотреть вот на это вечно, блин. Возьми, сделай принтскрин и поставь этот обой на рабочий стол. Вот что мне нравится в этой игре очень. Блин, ну я офигеваю, как наркоман, блин, тащусь прям. Ладно. Эй, как это? Ага. Дабл прыжок это. Возможно, перебои связи, погода не к черту. Прищуришься и почти как дома. Похоже, тут офигенно. Мы с отцом тут недалеко на лодке катались. Раньше тут было лучше, это уж точно. Супер. А зачем ваш отец сюда прилетел? Не забываем смотреть. А, уже пейзаж пропал пока что? Да ладно. О, о, там какой-то завод. Слушай, дружище, мы идем туда, скорее всего. 32-я бронетанковая. А, победа или смерть? Именно так. Выжил в двух авиакатастрофах на Деймосе. Яблочко так, секунда, КТ. Достаточно далеко. 32-я, это же армейские. Я стараюсь не везти. Что это такое? Что-то есть. Тут было неплохо. СДФ вторгся и устроил здесь трудовой лагерь. Отец вовремя ушел отсюда. Да, этим явно не так повезло. То есть мы сейчас в концентрационном лагере. Космическом. Ладно, ребята. Что-то мы засмотрелись на это все дело. Грибок, что ли, или что это такое там? Все бросло нахрен. Взвод! Сюда, вот здесь! Нам нужно зачистить эту зону и добраться до топливной башни. Брукс, Касима, обеспечить охрану. Мы с капитаном сворачиваем налево. Угу. Там Сержант. Техника СДФ. Поддержи их. Вражеская активность впереди. У охраны есть ищейки. Оставайтесь в тени. Капитан, ваш монитор может отслеживать настороженность врага. Значение шкалы Боннера вас не видит. Подожди, то есть не самое хреновое? Внимание, разведчики... Да, мать... Тушка, честная. Может, мне туда не надо вообще идти? Ну ладно, походу мне туда скорее всего не надо. Не светитесь, капитан. Тихо. Тихо. Ваш ход, десантники. Цель уничтожена. Обращайтесь. Оператив выкосима. Чисто, пожалуйста. Принято. Тихо и аккуратно. Сюда. Не хочу устраивать экшен. Слушай. А, все. Что там у тебя, Касима? Вражеская мега. Советую зайти внутрь. Ясно. Беспален тогда. Этим я займусь. Так, готов. Фрукт. Прочесываем сектор. Прием. Твою мать. Блин, я... Твою мать. Вечно я так тупо умираю, да, блин. Я забываю, как его оглушить. Тихо. На В, блядь.
Ладно. Второй заход. Да твою мать, ну как это работает, а? Как это работает, блин, я злюсь, да? Ну хрен с ним, будем мочить. Пидорасы. Здесь такое место, здесь надо на стелсе, и сейчас, блин, мне будет опять бомбить. Да заебал! Все в норме. Отряд, перегруппировка. Все. Это именно такое задание, или же такой промежуток данного задания, что здесь шуметь нельзя. Потому что они, блядь, нас одним словом ТТ сделают. Просто, блин, я один раз нажимаю, даю команду, он просто стоит, ему... не знаю, там, ничего не делает. Хлопочет, дебил. Так, ладно, иди. Иду к вам, капитан. Рукса на Касиме встретимся позже. Ой, бля. Мужественные цели на выходе. Ваша очередь, капитан. Что ты предлагаешь? Внимание, угол! Уничтожены. Теперь чисто. Не успели передать сигнал? Тревоги. Спасибо за помощь, напарник. Внутри охрана. Блять. Мы в норме. Ну ты красавчик, Кэтон. Впереди две цели. После вас, капитан. Давим. Угу. Теперь чисто. Я уже готовился материться на вас. Что у вас хреновая реакция. То есть мы должны были их пропустить или как? Ну как бы не было. Готов. Там мать вашу. Сколько? Лицехват, что ли? Чужик, что ли? Не, походу, опять же, мне нельзя было шуметь. Да откуда вы, они, блядь, все берутся нахрен? Не, уже точно надо, еле достали уже. Неудобно. Ой, блин. Так. Так. Экшен зашкаливает этот экшен, мне уже надоело. Ребята, мы слишком медленно с вами.
Да ладно, они так преследуют меня, да? Что, ой-ой-ой. Я даже потерял место, куда надо было идти. Карта, где карты нету. А, вот, да, секунду, КТ. Все правильно. Фух. Ну, блин, избежал. Но все же неприятно. Можно было это место по стелсу пройти. Но все же это Call of Duty. Помоги мне. Нужно без экшена здесь не обойти, как говорится. Постоянно я кнопку C путаю с Ctrl. Кажется, здесь удобно сесть. Места хватит для разгрузки двух воронов. Передаю. Возмездие, рейдер 1-1. Посадочная площадка защищена. Нужна артиллерия. Принято. Рейдер, сбрасываю груз. Да что за херня, а? Контейнеры. Нужно зачистить тут, чтобы птички сели. Рассыпьтесь. Огонь по вашей команде, капитан. Там ящик с ботами и ищейками. Отличная штука для засады. Тихо. Убил сукина сына. Так. Хорошо. Куда нам? А, в общем-то, похер. А, сюда. Давай, болтай. Рейдер главному, маяк установлен, можно садиться. Как слышно? Принято. Время прибытия сил 3 секунды. 3 секунды до касания. Отойди от маячков. Вороны на посадке. Как только закончим здесь, выдвигаемся к топливной башне. Взорвем топливную башню, и СС-10 будет заправляться. А я понял уже, это какая башня. Топливная, которая. Отлично! Вот это здорово! Это что такое, экзоскелет или что это такое? Робот. Инженер Макалом отправила эту с броней. Сказала, это подарок капитану. Что это мы такое видим? Боевой танк Си-12. Ручное управление огнем. Очень тупой. Шагоход. Ты что там, подъёбываешь Ирина, что ли? А где это он? А вот он. Вот и обычная бронетехника. Нам нужно взять станцию. Через ворота. Выдвигаемся. Блин. Имейте в виду, что с этими Си-12 были несчастные случаи. Что за случаи? Есть данные, что они склонны в бою внезапно атаковать своих. Ой, бля. Твою мать, это правда? Нет. Заканчивай с этим выходом. Есть, да. Сканируйте свои сектора, мы приближаемся. Идем. Один транспорт сверху. Какое оживленное движение. Башня, слева. Это наша цель. Строимся в боевой порядок на этом гребне. Так. Пейзаж прямо эпический такой открывается. Вот завод. Сидим тихо. Брукс, что видишь? Патрульные по всему периметру. Вход один через главную дверь. Ясно. Броня нам в помощь. Итан, что там с тем Си-12? Его ракеты связаны с наручным компьютером капитана. Метку на цель. Запускайте, сэр. Да. Школьная... Ну что ж. Даю координаты.
Погнали. На 11 часов! Офигенно. Вот сюда прям на удаленке вот так. Так. Дал приказ. То есть мы отвлекаемся от основного задания. Тихо. Эй, откуда? Я не вижу его. Ты заебал, ну убей да его. Приказ. Переход в режим парных пистолетов. Ага, это не нужно. Так. Блин, здесь лабиринт. Простите меня. Вхожу в объект. Так, это секунда контрольная точка, это хорошо. Блин, офигительно. Дал цель. И 90% успех операции зависит от громадины, и пока что все идет плавно. Типа идем за ним, добиваем всех остальных там. Это наши, пардон, бля. О, бля. Ни хрена себе. Так, вижу ракеты. Так, тихо. Дайте мне этот стингер.
Тихо. Фух, пронесло. Быстро и оперативно. Ну, уничтожь уже его, блин. Промахнулся. Вот наш робот, он его, блин, раскромсал. Ай, блин, твою мать, ну ты сука, а? Я подумал, ты свой гандон. Ай, блядь, как я не люблю переигрывать. Блин, я пиздец, как не люблю переигрывать. Тут с одного выстрела, если это сучка. Ну конечно, это Call of Duty, здесь, блин, надо переигрывать постоянно. Так. Один есть. Так. Блин, так сложно его, блин, привыкнуть. О, блядь! А надо было просто так сделать, я просто не знал. Ладно, бой продолжается. Сукин сын, а? Если электроника не повреждена, может перезагрузить C12. О, заработал. Он его просто опрокинул и вырубил, походу. Хм, вот мудак. Мудак. Все, опять же, преимущество на нашей стороне. Чума, я рейдер. Мы в секторе, готовьте авиацию. Кто-то мне здесь напоминает Warface. Warface тоже что-то подобное было. Может, наша авиаподдержка? Не, не думаю. Ой, блядь. Что это такое? Что, этот дебильный адмирал опять на своей машине, да? На своем корабле, то есть крейсере. В порядке, да, вперед. Куда прыгать? Так. Все же они убили этого робота. Говорит адмирал Салем Коч Залимба. Всем силам ЮНСА приказано немедленно сдаться и сложить оружие. Коч. Мы не подохнем на коленях. Ни здесь, ни где-либо еще. Нужно скорее уходить, пока по нам не бьют. Мы останемся и дождемся авиаподдержки. Нет, я хочу видеть флаг на той башне. Остались лишь мы. Ну, у нас все. Выдвигаемся с теми, кто есть. Как повезет. Вы уверены, штаб-сержант? Так точно, сэр. Наша задача – взорвать топливную башню. Да. Да, но нам пора. Быстрей! Питон, открой шлиф! Есть, штаб-сержант. Это на крышу. Прикройте нас крупным калибром. Дойдете, скажете. Питон, ты со мной. Есть, сэр. Времени ждет никого. Вы двое. До встречи в аду. Точно. Пока.
Поднимемся по лестнице и выберемся. Капитан Рейес, шансов на победу нет. Мы похороним ваших братьев, выследим сыновей. Смерть не бесчестие. Я на месте. Как говорится, это все пустые угрозы. Так что мне надо делать? То есть, опять же, мы преследуем нашу основную цель, окей. То есть, присутствие Олимпа этого крейсера ничего не меняет, это хорошо. Понял, что все. Отлично. Так, надо восстановиться. Джек противника. Тихо, тихо. Огонь по ей, Джеку. Вижу его. Цель. Главное вот эту фигню уничтожить, добить. Угу, все. Наконец-то. Отлично. Ой, бля. Как я так хреновый. Небрежно. Хватит валять, дурака, сбивай со стриков. То есть мне этих надо добить.
Наконец-то. Ты можешь открыть турбину изнутри. Давай, приземляйся. Ой, бля. Надо к этому всему привыкнуть, блин. У всех Call of Duty своя специфическая, блин, система управления. Так, ага. Начинаем рядовой экшен. Вот хорошо. Как всегда. Убиваю. Отлично, все убиты. Чё не умирают-то, а? Не стоит их недооценивать! Чёрт возьми! Обстрел с крыши! Разберись там! Я пойду сзади! Так, иду. Береги свою шкуру. Так, Итан, не путайся под ногами. Никого нет? Есть? Защита турбины отключена. Давай, к грохоте. Ой, бля. От Крока ничего не слышно? Пока ничего. Они в порядке, не беспокойся. Надеюсь. Надежды недостаточно. Нужна вера. Ну, тогда верю. Фитиль зажжен. Давайте поглядим, как взорвется эта башня. Иди в дом, наслаждайся верой. Не иду за тобой. Охренеть. Я бы сказала, взрыв подтвержден. Угу. Задание выполнено, да? Ой, бля. Ну и зрелище вы здесь устроили, Скар. А, наш. Тебя видеть, Крок. Думала, ты покойник. Я уже испугался. Мы тоже. Нам удалось оторваться от Олимпа в облаках. Что ж, давайте убираться отсюда, пока они не нашли нас. Так точно, Рейдер. Да, они здесь много взяли. Звездных войн. Возвращаемся на базу. Система запуска работает. Вперед. Зажигание. Тяга штатная. Возмездие, полетели. Принято. Запускаю двигатели. Возмездие, рубеж 19 тысяч, поднимаемся. Принято. Полтора маха, рубеж 35 тысяч. Ну что, еще не вышли? Космос. Ой, бля. Здесь. Капитан подбит! Выравнивай, давай! Заклинило насмерть! Давай, давай! Он у нас на хвосте! По нём уходили! Работай, ну же! Как вы не заметили-то, а? Я иду. Ой, бля. Роза, куби! Капитан, пора это пультировать! Нет, я вас вытащу! Давай, давай, убирайся! Столкновение неминуемо, надо прыгать! Тревога, тревога! 1-1 прерывает полет! 1-1 у нее прыгает! В корпусе!
возмездие! Выходите из боя! Отступайте! Алим. По нам стреляют из всех орудий! Выходите из боя! Сейчас же! Нет! Мы вас не оставим! Крок! Уходи! Это приказ! Понял, сэр! Мы вернемся, Рейс! Ты слышишь? Мы тебя найдем! Попутного ветра 1-4-1. А мы что здесь, блин? В открытом космосе будем щеголять. Меня задело в кабине. Левый рукав порвался. Тревожные новости, сэр. Капитан, что мне делать? Оставь, Итан. Не могу, сэр. Моя задача — это вы, капитан. Кто это сказал? Я техническое средство, сэр. Расходный материал. Нет. Ты мой брат, Итан. Ваш говорящий брат — робот. Именно так. Тогда я красивый, а вы умный, сэр. Не вопрос. Похоже, вот и все, напарник. Кажется, я боюсь, сэр. Я тоже. Сейчас с вами возвратятся, я думаю, они сейчас оторвутся опять от Олимпа и возвратятся сюда. Но хотя Олимп знает эти координаты. Нам только чудо поможет, я думаю. Больше ничего. И... Капитан, слышите меня? Капитан Рейс, сейчас очнись. Вот так, Мэн. Открой глаза. Я Феррон, капитан Тигра. Пульс стабилизируется. Состав крови в норме. Это Брайант Линк, он санитар Тигра. Где Итан? Здесь, сэр. Вы в челноке Тигра. Я возвращаю вас на возмездие. Корабль, мои люди. Корабль в надежных руках. Помогите ему. Возмездие здесь. В целости и сохранности. Кто связался с вами? Лейтенант Солтер. Она запросила у адмирала спасателей. Но он счел спасательную операцию слишком рискованной. Рейнс не одобрил эту идею. На войне нет друзей, Рейс. Может, я поступила эгоистично, но я не хочу прорываться отсюда одна. Я отправила пилота и двух наблюдателей на ваши поиски в район аварии. Как мы рассчитали радиальную скорость? Гравитационное сопротивление и, конечно, удача. Руки Итана пришлось разжимать. Они примерзли. Он до конца защищал капитана. Ты герой, Итан. От безысходности, капитан. И к тому же скромный. 5 секунд. Спасибо, Феррон. Вы спасли нас. Мы с вами связаны, капитан. 50-процентные потери недопустимы. С возвращением, капитан. Фортуна. Мы даже и не надеялись, Феррон. Рассчитанный риск, лейтенант. Я возвращаюсь на Тигр. Нас ждут дела. Осторожней с ним. Капитан, я сам могу о себе позаботиться. Итан, иди к Мак, пусть проверит тебя. А как же вы, сэр? Обо мне не волнуйся. Иначе не умею, сэр. Солт, я знаю, ты... Ты готов? Всегда. Экипаж ждет вас, капитан. У него на рукаве там, блин, такое ощущение, как будто значок ЧВК Вагнера. Так, ну чё? Я на возмездии, да? Пошли, Рейс. Да, я на возмездии. Здорово. Адмирал Рейнс на линии. Рейни время не теряет. Ну чё там? Где моя пульта? Давайте. Рейс, чертовски рад видеть, сынок. У меня есть секретная информация только для тебя. Свяжись со мной из своего кабинета. Есть, сэр. Связист, соедините адмирала с кабинетом капитана. Есть, соединяю. Так. Слушаю, адмирал. Новые данные об атаке на систему Атис.
полное обследование агента СДФ, известного как Рая. У пленника обнаружено вживленное устройство. Транспондер. До сих пор работает. И что он передает? Разбираемся. Кстати, я сообщил Солтер о ситуации, требующей твоего внимания. Война в разгаре, капитан Рейс. Поражение невозможно. Отбой. Понятно. Защищенное соединение прервано. Благодарю вас. Рейс, подробные данные у тебя на терминале. Или возьмем другое задание. Иду. Карта обновлена и готова к использованию, капитан. Окей, хорошо. Тигр отправляется. Хорошего полета, Феррон, и удачи. И вам, капитан Рейс. Так, следующее наше основное задание — это кластер Меркурия. Ну что ж, продолжим в следующей серии. Ребята, надеюсь, вам понравилось. Если да, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.